Приветствую всех, друзья, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Far Cry 3. В этой серии мы с вами продолжим все так же двигаться в сторону Бэттауна. О, у нас уже экшен начался. В прошлой серии мы только начали свой путь. Так. Кто по кому? Давайте поможем нашим. Так, что там? Так, минус. Водителя убили, но нас покоцали нехило. И обратно. Нам повезло. Так, еще. Так, неплохо. Живые есть? Нету. Смотрите, мы только начали серию, а уже какой экшон. Ох. Так, братюня в бронежилете. Как видите, бронежилет спасает так же круто их, как и меня. Так что есть справедливость хоть какая-то. Хотя, возможно, все связано с тем, что я мазила. Так, минус. Братюня, вы чего? Так, обратно все в норме. Давайте по-быстрому сядем за пулемет, если что. Осмотримся. Больше никто вроде не едет. Да, нету никого. Все. Валим отсюда, а то это затянется. И отправимся с вами по основному нашему заданию. Нам надо осмотреть, еще раз же говорю, Бэттаун. Цитра нам уже сказала найти то, что утеряно. Давайте попробуем это сделать. Так, открою-ка я карту. Сколько мне до него идти-то? До нашего доброго Бэттауна. Прилично, между прочим. Было бы хорошо, если бы я зачистил вот этот аванпост, а также вышечку потом. Так, свинка. Я помню, мне нужна была свинка. Если я в прошлых сериях ее не нашел, конечно. Шкура свиньи. Так. Собачка. Мне собачка не нужна. Так. Не наткнуться бы на тигру. Не очень хочется, как говорится, умирать молодым. Надеюсь, крокодилов тут нету. Ну-ка, опробуем пулемет. Неплохо, ребята. Вот это оружие реально. Как говорится, решает и покажет в любой схватке, кто здесь папа. Так. Все. По-быстрому перезарядимся. Так. И двигаемся дальше к нашей цели. Я буду в промежутках держать между точками пулемет, так как с помощью него я точно отобьюсь от любого зверя. Все, до свидания. И... Нет, давайте тогда уйдем из схватки с собачками. Не очень хочется воевать с ними. Тем более тратить пулемет на них. Так, будем двигаться по дороге. Так. Музыка такая начала играть, как будто что-то рядом серьезное. Смотрите, я уже вижу снайперские прицелы. Постараемся, как в прошлой серии, сработать профессионально и нейтрализовать всех врагов заранее. Так, зайдем в эти кусты, отдышимся. Так, я слышу машину. Или это прибой?
Нет, это просто водопады. Или каскад порогов, правильнее будет это сказать. Точнее назвать. Нет, лучше все-таки вниз. Тут крокодила нету. Ненавижу крокодилов. Так. Куда они смотрят, кстати, я не пойму. Плохо, что здесь собачка. Так, нужен фотоаппарат. Ну, помечай хоть кого-то. Так, одного пометили. Это плохо, что только одного. Тут свиньи или тигры. Так. Есть. Минус. Надеюсь, никто не заметил. Так, еще есть желающий? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто там мог увидеть? Так, есть снайпер еще. Да, это твой друг. Джонни. Все, собачка прилегла отдохнуть. Так, бежим. Воспользуемся их тупостью. Так. Я иду за тобой! Пусто! Издеваетесь, что ли? Так, спокойно, спокойно, ну, где спокойно. же ты? Спокойно, братюня. Все хорошо. Смотри, дыши глубже. Блин, неужели потерял? Так, остановись. Да остановись ты. Так, промазал я. Причем очень. Да что ж ты будешь делать? Как так можно было промазать? Так, понятно. В чем было? Минус. Я попал в прошлый раз, похоже, в камень, за которым он стоял. Так, спокойно. Не смотрите вверх, парни. Все хорошо. Так, свинья, не кричи. Так, меня не видят, не видят. Так, вверху у нас снайпер есть, как видите. Где-то он здесь. Вот он ты, родной. Все? Так. Кто-то еще живой? Это плохо. Так, смотрим, где эта собачка может быть, ребята. Так. Тут нету. Тут спокойно. Где она гавкает? Лев, сиди тихо. Или леопард.
Так. Я не пойму, это собака дохлая, что ли, гавкает? Все, есть. Из-за одной собаки получается у нас вся миссия чуть не завалилась. Так, 1500, это превосходно просто. Давайте снимем с нее шкурку за это. Мы почти получили уровень. Это еще вдвойне хорошо, и можем закупиться оружием. Так, да. А типа спасибо, Джейсон, что ты все сделал. Ты просто молодец, Джейсон. Ну, такое не бывает, да? Мы заняли аванпост. Вы заняли? Ну, конечно. Не ценят нас совсем, ребята, не ценят. Так, что я там хотел сделать? Штурмовые винтовки. Ну, новые у нас ничего нету. Обвес какой здесь возможен? Не показывают обвес. Это жаль. Так, пулемет. Ну, у нас денег на него не хватит. Патроны, патроны, патроны и бронежилет. Совсем забываю. Боеприпасы. Пополнить всего 80. Неплохо. Так, и расходуемый материал 200. Так, я не знаю, может нам делать вот так. Да, вот. Неплохо. Это безопасная самая возможность достать шкуру леопарда. Тут было прекрасно, и снова будет. Так, парни, вы хотя бы тела уберите. Так, нет. СВД мне не нужна. Все, живем. Давайте отметим следующей нашей целью уже Бэттаун. А нет, вышку. Мы должны добраться до вышки. Так, здравствуй, свинка. Надеюсь, эти ребята больше тут не будут разъезжать, так как все ключевые аванпосты принадлежат Ракьят. И это делает эту зону, по, ну, нашей. Она под нашим контролем, под нашей защитой. Так, я вижу вышку. И до нее не близко, я вам скажу. Надо было, наверное, взять автомобиль. Но мы это не сделали. Вот это вот, поскорее всего, вот дым поселения Бэттаун. Так. Возьмем-ка наш Спрингфилд. Так. Возможно, я путаю эти винтовки. Если что, вы поправьте меня. Потому что, может, это какая-то другая. Или не модифицированная старая. Так. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Так, это уже наши. Похоже, вараны рвут там. Так, убили? Офигеть, вы видели? Два варана завалили. Мало того, что двух пиратов, так еще и двух наших ребят из ракет. Это, конечно, печально. Ой-ой-ой. Если б мог, я бы здесь сохранился. Уж больно. Так говорится, рискованные трюки мы сейчас будем выполнять. Так, оп. Джейсон. Прирожденный паркурист, как вы видите. Оп.
Не упасть бы и не убиться. Единственная мысль сейчас. Я уже думаю, на кой я полез сюда? Других способов, что ли? Так, понятно. Надо сюда. Оп. Хорошо, хоть это Ubisoft все упростили, что парой кнопочек все можно сделать. Если было жесть а-ля Принц Перси, зажми правую кнопку, выбери ровно направление и только потом прыгни. Я думаю, у многих бы случилась попа-воль при прохождении данной игры. Так, сразу надо посмотреть, что нам откроется из бесплатного оружия, ребята. Ну и точки. Так, причал какой-то, домик в деревне. О, грот. Возможно, там есть что-то ценное. В следующий раз мы обязательно отправимся туда. Так, все качается. Кстати, не показали, что же принадлежит нам. Так. А, гранатомет в бесплатном магазине нам доступен. М700, это винтовка, которая у нас сейчас. И новые задания, сброс боеприпасов. Ладно, и это хорошо. Здорово, козочки. Так. Ну ничего себе, стенка на стенку с пулеметами. Ребят, да вы это... суровы. Вы только посмотрите. Давайте спустимся поближе, это рассмотрим. Мы, конечно, чем могли, помогли. И вроде наши... о, победили. Нет, я не ту кнопочку нажал. Но все же, все же. Так, взяли патрончики. Ого, ого. Есть. Так, так, так. Ну-ка. А, крокодилка. Сволочь. Сколько... так, так, так. Не пойду я в воду. Ладно, давайте посмотрим, сколько нам до точки. Совсем чуть-чуть. И хотим мы этого или нет, нам придется идти через воду. Так, делаем великолепную вещь. Все нормально, живем. Быстро, 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 быстро. Ну, вы видели, как крокодил козочку того? Прикольно, что они сделали такую великолепную симуляцию жизни. По-моему, это делает честь игре. Тут можно, по-моему, иногда просто, как говорится, ходить и наблюдать, как фауна живет. Прямо в мире животных. Так. Что у нас тут? Машина. Нет, я машину не буду брать, так как мы совсем рядом с целью. Казуарчики, да? Да, казуарчики. Тут у нас что? О, да. Комодский варан. Это ж суровая вещь. Так, дойдем ли мы сегодня за эту серию до нужной нашей точки? Вот в чем вопрос, ребята. Так. Надеюсь, тут ничего нету опасного. Я просто не знаю, где любят устраивать лежбище леопарды. И зоны отдыха. Может, на деревьях. Ой-ё. Так,
Спокойно. Как круто, что мы скорость прокачали передвижения в инвизе. Видите, это имеет свои плоды. Так, братюня был с дробовиком. И 8 баксов. Так, пока не стоит их осматривать. Тогда оставим место на что-нибудь более ценное. Я думаю, может быть, в свое время начать промышлять шкурками. До свидания. И бежим, 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 бежим. Вроде все. Смотрите, мы уже в 2 шагах от нашей цели. Это прекрасно просто. Лишь бы все не испортила какая-нибудь машина с патрулем, которая вырулит прямо на нас и устроит нам полный конец обеда. Так, 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 так. Что там красное? Плохо, когда карта не открыта. А, это испытание ракет. Ладно, все. Этот город прямо как из сна. Да не говори. Дела здесь вроде не очень. Но мне нравится быть куклой. Это быть куклой легко. Плыви по течению, ни о чем не думай. И плыви по течению. У кого-то там это... Приход, похоже, как у нашего друга. Так. Так. Вроде все спокойно, никто нас убивать не хочет. В этом есть плюс. Хочешь? То место. Чё-то я ничего не хочу придумать после слов охранников, что они подцепили здесь стрипер. Надо найти человека в белом. Так, понятно. Здорово. Прям как и сна. Только там сидели наши друзья, а тут мы будем сидеть с какими-то ребятами. Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежала из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. О, хуже тебя никто не рассказывал. Убил всю интригу. Если это правда, придется Хойту вписаться. Хой бы в 2 счета справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственное мачете. Он такое уже сделал с хозяином шахты. Хойт художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Так как, говоришь, он выглядит? Так. Хорошая. Хорошая игра. Ага. И я сказал хорошая. Так, есть. Я не знаю, что нам за эти фишки дадут. Продадим торговцу, что ли? Это же парень из видения. Так, 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 куда нам? Отведет меня Киту и Ольга. Похоже, нам надо незаметно следить за ним. Вот он-то мне и нужен. Так, точно. Спрячемся. Так, ты давай это. Братюнь, двигайся. Да, без проблем. Мы будем в каждых кусте. Кстати, похоже... Тут только призраки. Я так понял, что... Есть какой-то более крутой бандит, чем вас. Это Хойт. Давай, родной. Есть я? Нет меня. Там девочка стоит. Нарыла что-нибудь про клиентов? Держи деньги. Да. Я занят ночью. Мы тоже милые. Офигеть. Так, рыбка плохо пахнет. Привет, девочка. Я не занят ночью. Итак, где мои деньги? За ними плохо. Меня это не волнует.
Ты решил обмануть меня? Мне нехорошо. Нельзя сдавать. Тебе нужно лекарство. Уберись, чернивный. Тут только призраки. Не хотите? Нет. Так, так, так. Эй, составишь компанию? Нет, не надо. Я совсем одна. Поиграем? Хорошо. Мне надо, чтобы меня тот дядя не видел. Давай поиграем. Как говорится, в прятки. Я не укушу, если не попросишь. Да не надо. Какие-то все тут стрёмные. Так, идемте в водичку. Ты уже куда-нибудь войдешь, мужик? Я уже запарился за бочками прятаться. Я чувствую себя Корво Антану из Дизонора-то. Идет такой тип на кортах. Ну? Что? Пора завязывать с кофе. Так. Да. Ты, братюнь, меня видел сейчас, вот стопроцентно. Я сделал вид, что присел по-большому, походу, да? Так, есть. Мы выполнили очередное задание, изнанка города, и это хорошо. Давайте зайдем. У тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусачке! Охренеть. Боже, вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Правда? Да. Так ты, Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит: мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираю Киту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Ладно. Этот братюня мог реально нас взорвать. Смотрите, пацаны. Тут динамит. Насколько я знаю, динамит — это опасная штука в плане того, что там нитроглицерин, или как-то так называется, выделяется от жары, и он может рвануть. Так, кассета. Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении, прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Да, и он так просто нам это говорит. Вообще, Гена, агент в Англии. Данных от источников. Фламенверфер. Огнемет. Огнемет. Эту красоту изобрели во Фрицленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Капишь? Капишь, ладно, поняли. Итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? Угу. В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно. Понятно. Слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Везет нам на странные личности, как вы видите, ребята. Так, не-не-не, давайте вместо вот этого. Так, что мы еще можем выкинуть? Нет, эту вещь мы вообще никогда не выкинем. Ладно, давайте приступим к нашему очередному заданию. Хотя бы начнем путь к нему. Пока это помогает мне найти друзей.
Офигеть. Ну ладно, давайте тогда закончим уже здесь нашу очередную серию. Да, и в следующий раз узнаем много чего интересного. Ну, и послушаем звонок еще. Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Видение указало мне на человека в белом. Кажется, он шпион вроде. Странно. Я никогда не слышал о нем. Он рассказал мне об Осе Васа. Хойте. Хойт, Волкер. Берегись его, Джейсон. Ты думаешь, Вас чокнутый? Но все зло на острове идет от Хойта. Он отнял у Васа его разум. Это он, кукловод. Ух ты. Ладно, поберегусь. Так, понятно, да? У нас новое задание «Осиное гнездо», которое мы начнем выполнять в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.